За процессом строительства квартир, которые будут приобретаться администрацией города, для детей-сирот строгий контроль. Жилая площадь в таких квартирах должна быть не меньше 14 квадратных метров, а общая не меньше 33. Электронные замеры это подтверждают. Обязательно на кухне фартук в рабочей зоне, газовая или электрическая плита, сантехника, железная входная дверь и пожарная сигнализация. Все эти требования будут соблюдены. Пока квартиры на стадии отделочных работ. Осталось только сам фаян, ну и половая, стены выведены. В этих квартирах будут даже изящные натяжные потолки. Администрация края изучает этот процесс не случайно. Если администрация тратит деньги на строительство комфортных квартир с соблюдением сроков и качества строительства, администрация края продолжит работу в рамках проекта «Квартиры для детей-сирот».